майстстерства барацьбы на татамі для ўсіх узростаў у гомельскім дзярж універсітэце мяя францыскаскарыны працуе школа дзюдо і гара макарова прычым алімпійскі чэмпіён сам праводзіць трэніроўкі школу макарова наведалі на карэспандэнты школа макарова у ГД стала чаёртай у абласным цэнтры яшчэ тры функцыяную у гімназіі нумар 46 мяблейзапакаля сярэдняй школе нумар 44 і ірынінскай гімназіі аднак у іх навучаюць толькі дзяцей ва ўзросце ад чатырох га годов. установы уваходят у структуру клуба под керавництвом олимпийского чемпиона. Чем больше будет таких, как я, тем будет больше у нас детей, занимающихся моим видом спорта. И с этих детей мы потом, вот с большего количества детей, мы сможем большую выборку взять, ну, которые будут останутся в профессионалах. Хороший тренер детский – это тот, который может заинтересовать ребенка уговорами, примером, я не знаю, там, чем еще угодно, ну, найти какую-то мотивацию, чтобы ребенок остался у тебя. Не просто он пришел и ушел, а он остался здесь, в этом зале. То есть частичку себя тоже оставил. Это очень важно. Игорь Макаров стал первым, кто укоронил клубную систему у подрыхтовцы спортсмена. Сегодня у Гомеля працуют еще три подобные установы. Как означает чемпион, такая система допомагає выводить дзюдо на новый узровень. Клубные установы – семейный бизнес. Алена Макарова занимается организационными и финансовыми пытаниями. На споборництвы ездят разом. Мы же сидим не на трибунах, мы стоим непосредственно возле татами. И что, конечно, там эмоции зашкаливают, и руки потеют, ты трясешься, и уже даже себя бывает не контролируешь. И получается, что я все видео снимаю, ну и потом размещаю там в наших группах, и все время вот мои крики за кадром уже все знают, что это я. И я там всем что-то кричу, что-то там всех подбадриваю. И как-то, ну, мне кажется, что детям это нравится, что некоторые, ну, которые уже привыкли, что, ну, что все время мы ездим, они как-то так вот даже глазами ищут. Ну, вот они видят, что вроде бы когда с ними рядом, их поддерживают, и им, может быть, это какое-то придает уверенности. А кроме клубного тренировочного процесса, Игорь Макаров консультует спортсменов с национальной сборной Беларуси по дзюдо. У Тимлику и лидеров Гомельской области Викторию Новикову, Ульяну Миненкову и Ягора Трухана. У у сборной краины 27 дзюдоистов из нашего региона. Вероника Гамзюкова, Сергей Нигерович, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель».